Здравствуйте. Очередной уровень эпизода в Китае, Рюсом 2. И он весьма и весьма хорош, на мой взгляд. Итак, берем эту ракетницу. И готовимся встретить несколько ниндзя. Далее за ними покатится много-много, неприлично много шаров. Среди них можно увидеть их, что побольше. Их стоит уничтожать поближе к себе. Просто потому, что они в себе несут ракеты, которые нам понадобятся для того, чтобы разобраться со всем этим безобразием. И если в какой-то момент вам покажется, что их слишком много, что это все затянуто, а так, скорее всего, вы и будете здесь думать, то можно попробовать обратиться вот к этому секрету, дернуть за хвост этого дракона. И он будет дышать огнем, нанося приличное количество урона врагам. Главное, самому туда не попадаться. По здоровью буквально выжигается за несколько секунд. Так. Посторонние звуки происходят. Я надеюсь, этого не слышно. Тем не менее, можно запустить дракона снова, если он вдруг потухнет. Но, честно говоря, в любом случае, именно эта волна чересчур затянутая с шарами. Это, благо, единственный такой спорный момент в этом уровне. Ой. Там что-то строится по соседству усиленным. А у нас тем временем заканчиваются ракеты. Хорошего момента все собрать. Ой, ладно, того стоило, я думаю. Упс. А, уже все. Последние два больших шара несут в себе сердце и броню. Да. Остальных драконов можно сломать. Благо, вот этого нашего секретного сломать не получится. Вот, а остальные можно спокойно разрушить, чтобы получить разные бонусы, полезные и не очень. Например, вот эту бомбу, которую мы все равно не используем в нашем прохождении. И далее здесь же находится второй секрет. Вспомнить где. Так, не здесь явно. А, да, вот, вот эта кнопка. Дело в том, что, если обратить внимание, этот флаг не развивается, но когда мы нажмем сюда, он начнет движение, и его также можно выключить. Да, не знаю, про что это, но, тем не менее, это последний секрет. И смотрите, что у нас здесь. Имя любимая пушка. И весьма веселый бой. Сейчас, как только пойдут быки, я возьму урон вот сейчас, и мы пока будем из УЗИ расстреливать этих негодяев. Позже, я думаю, на ракетницу переключимся, когда будет неприличная толпа ниндзя. Наверное, сейчас можно. Отлично.
сейчас через какое-то время будет много-много быков. Сейчас, по-моему. Ну, где они? Ой. А, вот они. Ну, благо, пушка помогает легкости выйти из этой ситуации. В этом драконе есть дополнительная жизнь, если нужно. Мы сейчас заберем здесь броню. Этот рюкзак. И далее нам нужно идти вот в этот храм. Забрать леденцы. Как бы это странно не звучало. При наличии достаточного количества ракет этот бой не представляет сложности. После того, как все красные чуваки уничтожены, можно более плотно заняться клоунами. Не могу налюбоваться на этот уровень. Посмотрите, какая красота. Прям красиво. Атмосферненько. Тем не менее, забираем леденцы, и нам дают транспорт, который мы тоже пустим. Вот. Еще будет волна быков, а и вот эти вот красные ребята появляются. Так, может быть, как-нибудь. Нет, кажется, плохая идея. Одно, окей, это было глупо. Ну ничего, у нас есть пушка, быки нам не страшны. Их всю дорогу называл быками. Я только сейчас заметил это. Но, как бы. Как бы привычки. Для нас те ребята все равно навсегда останутся быками. Ой. Что? Где? Я ж слышу. Ах ты! А как он пробежал? Негодяй. Но тем не менее. Та зона, кстати, достаточно пустынная. Там только вот за тем храмом есть мешочек с золотом. Тем не менее, у нас еще один. Здоровяк. Здоровый здоровяк. И следом появляется еще один, и 4 здоровяка поменьше. Самый крупный
своими ракетами успешно уничтожает половину из них. Убил все мои ракеты. Вот где. И это. Это все, ребята. Да, как я уже сказал, этот уровень прекрасен, один из моих любимых. Начало с шарами, конечно, вызывает вопросы, но в остальном бои веселые, уровень сам по себе не затянутый, быстрый, красивый, музыка классная, атмосферненько, так все прям отлично. Очень люблю этот уровень, но следующий у нас битва с боссом и заключительный уровень этого эпизода. Поэтому, да, жду не дождусь следующего. А пока что спасибо за просмотр и всего доброго.